На данный момент я тренер, преподаватель учебно-спортивного центра имени Шевелева. Занимаюсь спортивной дисциплиной, паралимпийской дисциплиной бочча. Вот, это как раз дисциплина для ребят с повреждением опорно-двигательного аппарата с тяжелыми заболеваниями. В большей степени это детский церебральный паралич. Мы в спорткомплексе «Юпитер» на тренировке спортсменов по бочча. Бочча – это вид спорта, который предназначен только для людей с ограничениями по здоровью. Ребята, кандидаты в мастера спорта, они международники, спортсмены очень высокой категории. Тренирует их Олег Шарепа, талантливый тренер и великолепный человек. Здесь по-другому не скажешь. Я на коляске с 90-го года. Я сам занимался армрестлингом, чемпионом Кемеровской области. На руках боролся. Потом я перешел, мне предложили легкую атлетику, стал толкание ядра, метание копья. То есть я являюсь призером толкания ядра практически с 2012 по 2017 год. На всех всероссийских соревнованиях я был призер. Уже я ушел с профессиональной деятельности своей по спорту. Вот, и стал инструктором, я уже понял, что да, действительно, я должен ребят учить другому. И вот на данный момент мы искали, для себя я искал ту дисциплину, которая может мне развивать как именно тренерскую способность. Вот. И слава богу, у нас появилась одна мама, Татьяна Мурашова, вот, у которой он ребенок Иван Мурашов, тяжелое ДЦП. Она мне предложила дисциплину бочч. Это очень тяжелое, и поэтому занятие как раз и подготовка идет именно в первую очередь, смотришь на их возможности как-то приспособиться к броску, чем действительно отрабатывать какой-то правильный дальний бросок. Но принцип бочча — это как раз игра паралимпийская, которая играет специальными кожаными мячами, именно для того, что для них любой другой материал, из которого может быть сделан мячи, они неудобны. Они будут выскакивать с рук, ему будет очень сложно бросать. И по полу они практически не смогут сориентироваться на дальней дистанции. Я знакомился с родителями и видел, готовы они на это, не готовы. Вот те родители, которые ко мне обратились и которыми стали с этим заниматься, я прям видел у них, что они верят в своих детей, даже с тяжелым заболеванием, и они готовы на все, чтобы эти дети что-то стали показывать. И действительно, в течение 7 лет, можно сказать, практически ребята, родителям, можно сказать, тоже можно ждать мастеров спорта именно в том, что они готовились вместе со мной, параллельно, совместно мы из ребят делали уже профессиональных спортсменов. То, что тоже изначально ребята, ну, не верили, если вот у нас. Если бы не было спорта, у меня могли бы быть другие проблемы со здоровьем. То есть для меня это спорт, он меня, можно сказать, вытаскивал из депрессии, из здоровья, все остальное — это именно спорт. Мое лекарство, мой, можно сказать, допинг, который мне везде помогает по жизни, моя уверенность, общение и все остальное. Вот. Поэтому здесь я сразу же понимал о том, что для меня другого варианта нет. И всем ребятам, с которыми я занимался и которые у меня были, им именно я это и внушаю.